Все работает, шикарно. Том, лучшая засида. Эх, мужик. Ой, тебе хоть лом на голове чеши. Опять за свое. То же самое. Это типа что, политика какая-то? Штирлиц и Чапаев? Проходи. Нам шпионы не нужны. Мы сами шпионы. Ступай себе мимо. Ничего не понимаю. Краса, телёночка! Вот, мужик, возьми из холодильника. Из холодильника? У вас есть холодильник? Хочу, не буду. Ничего не понимаю. Не хочу, не буду. А то пойду дальше. Порошок. Она что плачет? А что ты плачешь, Селяночка? Этот все говорил. Ты что не в белом? Что не в белом? Я на речку стирать, а оно уплыло. Ой, очки дома забыл. Ничего не вижу. Ничего не понимаю. Ничего не понимаю. Не хочу, не буду. Привет, белка, переделка. О, женщины в русских селениях! Не обойти, не объехать! На себя посмотри, Аполлон Безведерский. О, женщины в русских селениях! Не обойти, не объехать! На себя посмотри, Аполлон Безведерский. Ничего не понимаю. Не хочу, не буду. Почему не хочешь, не будешь? Грохнул ломом и все. Ничего не понимаю. Выпить она тоже не хочет. Не хочу, не буду. В смысле? Ничего не понимаю. Не хочу, не буду. Не хочу, не буду. Ничего не понимаю. Ничего не понимаю. Не хочу, не буду. В смысле, ничего не хочешь и не будешь? Я опять что-то упустил. Ничего не понимаю.
Не хочу, не буду. Ничего не понимаю. Не хочу, не буду. Ничего не понимаю. Ничего не понимаю. Не хочу, не буду. Не хочу, не буду. Петьки, ко мне не пойдешь? Нет? Ну, как знаешь. Ничего не понимаю. Ничего не понимаю. Не хочу, не буду. Ничего не понимаю. Без пароля? Пиво не получишь. Не хочу, не буду. Ничего не понимаю. Да, фиг его знает, Тоня. Вот я и решил посмотреть, интересно или нет. Не хочу, не буду. Местами что-то есть, а местами чего-то нет. ПС хватает? Нет, нужна новая видеокарта. В Петьки ко мне не пойдешь? Нет? Ну, как знаешь. Так я еще тебе не дал ответа. Селяночка! Это все говорил. Ты че не в белом? Че не в белом? Я на речку стирать, а оно уплыло. Может, что-то нужно? Ой, очки дома забыл. Ничего не вижу. Да.
Ручонки-то коротковаты. Ручонки-то коротковаты. Даже не спрашивайте. Как можно с такого... Как можно с такого-то хоть расстояния взять палкой вот с такого? Вот-вот-вот. Вот палка. А вот такое расстояние. Чё за иллюзия пошла? Держи. Держи, баба! Мне чужого не надо! Вот спасибо, родимый, выручил меня. И пошла куда-то. Ну смотри. Опять уплывет и все. Сама будешь виновата. Привет, рад видеть Привет, тебя. Целью. Заходи на чашку чая, поболтаем. А шляпу? А зачем? Ничего не понимаю. Ерундовый зверь, а мне неохота даже руки марать. Но вот для этого есть камень. Ерундовый зверь. Не хочу, не буду. Ничего не понимаю. Волк не работа. В лес не убежит. Волк не работа. Ерунду. Вот во второй части они хорошо то, что они сделали. Именно когда он что-то неправильное говорит, да, то есть ты хочешь как-то действие сделать, а он там что-то болтает, и тебе нужно приходится слушать вот это. Они это убрали, и спасибо на этом. То есть можно по-быстрому. То есть до этого я не мог взять мыло. Не хочу, не буду. Ничего не понимаю. Ерундовый зверь. Ничего не понимаю. Не хочу, не буду. Ничего не понимаю. Ну, красная шапочка, не хочешь быть? Какая у тебя голова крепкая. Ничего не понимаю. Может, у вас есть идея? Кстати. Не хочу, не буду. В смысле? То есть... Ерундовый зверь. Ерундовый зверь, но ты не хочешь руки марать. Не, она теперь уже не действующая. Она теперь не действующая. Ничего не понимаю. Не хочу, не буду. Ничего не понимаю.
Пока что идеи нет. Здесь не работает действие. Не хочу, не буду. Лопату нельзя достать. Действия нет, то есть курсор не подсказывает. Если бы курсор превратился в руку, да, которую хочет взять, я бы взял. Это оно так 24/7, да? Не берется. Нет, курсор бы вот так себе бы повел. Вот. Именно ты можешь какое-то действие сделать. Не понимаю. Ничего не понимаю. Не хочу, не буду. 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 Не хочу, не буду. Ничего не понимаю. Не хочу, не буду. Ничего не понимаю. О, красная шапочка. Великоват горшочек! Горшочек, это чудо ступа с вертикальным взлетом. Поняли? Я тоже ни хрена не понял. Не хочу, не буду. Чудо ступа. Ничего не понимаю. Не хочу, не буду. Ничего не понимаю. Избушка, повернись ко мне передом, а не то получишь по заду. Не хочу, не буду. Не хочу, не буду. Ничего не понимаю. Слесари выдывали? Под наркотой? Лучше с ней не связываться. Заколдует. Всю жизнь на лягушачьих лапках прыгать будешь. Не страшно. Ничего не понимаю. Она мыло съест. Я не понимаю, а чем тебе не устраивают кеды, валенки? Катков, есть и скинула. Мне теперь валенки на шпильках.
Не хочу, не буду. Катков, вести скинула. Мне теперь валенки на шпильках. Не хочу, не буду. Ничего не понимаю. Не хочу, не буду. Катков, вести скинула. Мне теперь валенки на шпильках. Чего смешного-то? Ничего не понимаю. Ничего не понимаю. Ничего не понимаю. Я тоже ничего не понимаю. В Петьке ко мне. Ничего не понимаю. Ничего не понимаю. Не хочу, не буду. Ничего не понимаю. Что это вообще такое? Значит, что-то нужно с избушкой делать. Не, ветро я там взял этот кильку. Там она не действует. У меня даже идеи нет. Да что ли войти? А что ей нужно? Катков, вести скинула. Мне теперь валенки на шпильках. Понятно. То есть вот это нужно место найти, да? Вот здесь. Вот здесь. Круто. Ничего не понимаю. Хотя он почему-то здесь. Вот это графа, конечно. Сейчас самолет увидит, да? Окей, ладно. Диснеевская музыка пошла. Не хочу, не буду. А у них Новый год, елочка стоит. Ничего не понимаю. Чего тут понимать?
Не хочу, не буду. Войти-то хоть можно? О, заперто. А тут мужик пропал. Чего? О, заперто. А тут мужик пропадает. Не хочу, не буду. Направо. Это что, право? Направо. Берем. Взять морковку. Дед, я тебя сегодня уже видел. Да в зеркале. Где же еще? Ну, конечно. Это зеркало. Какой хоть у них гуд? Морковку хочет. Зайцу жалко. Так он живой. Морковку дать ему. Ведро. Не хочу, не буду. Отмутузить его. Ничего не понимаю. Хорошо. Не хочу, не буду. Хорошо. Ну все, хватит, дальше не пойду. Потому что сани нужны. Чтобы сани взять, это нужно что-то сделать. Ничего не понимаю. Не хочу, не буду. Ничего не понимаю. Не хочу, не буду. Ничего не понимаю. Я понял. Не хочу, не буду. Не хочу, не буду. Ничего не знаешь? Заново дуй. Ну, осмотрим еще раз. Может, чего-то я пропустил. Ничего не понимаю. Не хочу, не буду. Привет, Шелот. Ничего не понимаю. Ничего не понимаю. Не хочу, не буду. Ничего не понимаю.
Не хочу, не буду. Ничего не понимаю. Да и вот тоже. Я тоже ничего не понимаю. Заперто. А тут музык пропадает. А он так и баню себе не нашел в первой части. Зато спас этого медвежонка. Не хочу, не буду. Ничего не понимаю. Дед, я тебя сегодня уже видел. Может, нужно скомбинировать? Послучать нужно. Постучали. Зайца жалко. Не хочу, не буду. Не хочу, не буду. Ничего не понимаю. У меня нет идеи. Скорее всего, какой-то предмет. Ну все, хватит, дальше не пойду. Ну засыпать вряд ли можно солью. Песком или, не знаю, сено. Где-то я походу упустил. Ну где? Новый год отмечает, блин. А постучать вообще нельзя, да? Запер. Пустите водички попить, а то переночевать мне негде. Пустите водички попить, а то переночевать мне негде. Смотри, елку украл. А чё вы смотрите? Новогодний огонек? Эти что за кадры? Это Дэвид Блейн? А это не пара? Не мог настоящий мужик бутылку не допить. Не верю. Не верю. Тоже мне, Станиславский.
Ой, чудеса! Натюрморт. Мужик у недопитой бутылки. Не хочу, не буду. Ничего не понимаю. Не хочу, не буду. Ничего не понимаю. Не мог. Не верю. А как взять? Ничего не понимаю. Не хочу, не буду. Может, с помощью елки? Ничего не понимаю. Не хочу, не буду. Не хочу, не буду. Опять решать что-то нужно. Ну мало ли, это ж мультик. Здесь все возможно. Можно елкой открыть. Ничего не понимаю. Бред какой-то. Какой же бред? Может, елку подарить? Не хочу, не буду. В смысле? Остается... Остается елку запихнуть там, где сено. И то это маловероятно. Идем сюда. Идем сюда. И правда. Елочка в лес побежала. Вырасти, сосной станет. Мужики, берегите природу, мать вашу. Ну, ладно, промолчу. Может, туда пойти? Это уж слишком долгая дорога.
Я хрен знает, что дальше, господи. Эх, закуска вся пропала! Держи ключ, тащи капустки из сарая, тогда и выпьем! Подай, принеси. Идем дальше. А рыбу кролику, да? Скорее всего, для саней, да? Могу ошибаться. Капустки. Это капустка ваша. Спасибо, Тосник, что заходил. Давай, тебе тоже удачи. Ничего не понимаю. Не хочу, не буду. Зайца и не тронь зайца, изверг. И за что тебя только зайцы любят? А потому как я белый и пушистый. Ничего не понимаю. Ладно, допустим. Ничего не понимаю. Не буду. Ничего не понимаю. Эх, тебя только за смертью посылать. Эх, тебя. Не хочу, не буду. Не хочу, не буду. Ничего не понимаю. Что это за штука? Это палка или что? Ни хрена не понимаю, честно говоря. Ни
ничего не понимаю. Не хочу, не буду. Ничего не понимаю. Не хочу, не буду. Ничего не понимаю. Гляди, а метла у старухи реактивная. Что за характер такой? Все бы тебя ломать и крушить, терминатор. Можно было до этого додуматься, алло. Это все элементарно, что ли? Многовато будет. Ничего не понимаю. Не хочу, не буду. Капустка! Хрен редьки не чище. Как будто макароны взял. Короче, квесты сделаны для того, чтобы ты во все нажимал. Даже я не знаю, даже квашеную капусту совместить с замком. Попытаться стоит, но это просто пипец. На, жри. Макароны. Квашеные. Мировая закуска. К шампанскому. В самый раз. Как отметишь Новый год, так и проведешь, да? Хорошо. Ну вот, опять ты все испортил. Не хочу, не буду. Ничего не понимаю. Ничего не понимаю. Ничего не понимаю. Не хочу, не буду. Ничего не понимаю. Люблю винты приколачивать. Не говори гоп, пока гром не грянет. Ко-ко, ну теперь будешь знать, фулюган, как у одиноких старушек ступы угонять. Ступай в тридевятое царство, призвер. Выход один-один, удар по воротам, гол! Вот это, конечно, юмор.
Туроператор Лукоморья обслуживает только царевичей. И, может, простёт? Ну, очки-то я дома остались. Надпись-то не для тебя. Ничего не понимаю. Не хочу, не буду. И, может, простёт? Ну, очки-то я дома остались. Надпись. Туроператор Лука. О, глянь, я царевич! Я царевич! Так и напишите! О, полюбуйтесь, из грязи да в князь. Добро пожаловать, царевич! Начало охоты на Кощея Бессмертного у распутья справа от дуба. Ну что, попался? Не, мы так не договаривались! Не нужен мне Кощей Бессмертный! Ничем не могу помочь. Путевка для царевичей, все включено. Приятной охоты. И, может, простет? Ну, очки-то я дома остались. Прямо пойдешь, надежду обретешь. Налево пойдешь, в историю попадешь. Направо сувенирная лавка. Скидки и бонусы. Ох, уж эти сказки. Ох, уж эти сказы, синяки. Слева направо пойдем. Ничего не понимаю. Не хочу, не буду. Ничего не понимаю. А это что такое? Ну что ты всякую ерунду собираешь? Вот моя деревня, вот мой дом родной. Близко, близко. А не зайти, колдовство какое-то. А чё, я баба, что ли? Скудный ассортимент. А что еще есть? О, бедный Йоик, я знал его. Это мне не нравится. Это я в детстве уже читал. Скудный ассортимент. А зачем мне это? Этого мне не надо. А зачем мне это? Этого мне не надо. Этого мне не надо. Скудный ассортимент. Это мне не нравится. А зачем мне это? Это мне не нравится. Это мне не нравится.
О, бедный Йоик, я знал. Скудный ассортимент. Скудный ассортимент. А где тут бонусы? Забирает уже леску. Только место на прилавке занимает. А глянь, что у меня есть. Вещь серьезная. Настоящий АКМ. Арбалет Кощея. Магический. Зарядишь одной стрелой и стреляй сколько хочешь. Ничего не понимаю. Ничего не понимаю. Не буду. Ничего не понимаю. Да ты хоть каску надень. Эй, где наша не пропадала? Сам туда иди. Сам туда иди. Thank you.
сам туда иди. Сам туда иди. Нет, колеса не вращаются. Сам туда иди. А должны? Не понимаю. Сам туда иди. Не понимаю. Не хочу, не буду. Этим нужно кружочком нажимать. Это курсор, понимаешь? Курсор не всегда виден. Пока не увидел то, что можно покрутить. Я не заметил. Не все здесь так элементарно находится. Как-то прошел. Фу, русским духом запахло. Поздравляю, Ванюшка. Ты имеешь выиграть призовой гейм. Бой с семиглавой змей Горыныч.
Желаю приятно проводить время. Ужасно у тебя акцент, брат. Мы так не договаривались. Ты разминайся пока, а я за живой водой сбегаю. Ракетница из Квейка. Ракетница из Квейка. Русским дух. Мы так не договаривались. Размер. Что-то слишком переборщили с этим дедом. Твой взял, мужик-царевич. Ступай к Василисе красивая. Она исполняет твое любое желание. Но только один раз. Есть у меня желание заветное. Домой? Узнаю я твое желание. Или бухло. Чтоб все реки потекли пивными струями. Понятно. Ну, от пива никто не отказывается, даже я. Но лучше уж домой попасть. Так вообще-то машина, тачка должна быть. Этого... Ивана дурака. Ваня, я твоя навеки. Ваня, я твоя навеки. Хорошо, ладно, но я не Ваня. Мне бы за Ваня исполнить. Поцеловать, что ли? Ну иди сюда, красавец. А если твоя красавица об этом узнает? У меня жена законная есть. Не желаю с тобой целоваться. Не желаешь, значит, целоваться? Ладно, твое желание исполнено. С катертью дорожка! Дорожка! Ничего не понимаю! Хочу, не буду. Ничего не понимаю. Не хочу, не буду. Хозяйстве и веревочка пригодится. Это точно. Это против вампиров? Ну и что дальше, Робинзон Крузо? Ну, где-то нужно ткань найти. Робинзон Крузо. Это одно и то же. Нет.
ничего не понимаю. Ничего не понимаю. Не хочу, не буду. А это против хоть кого? Не хочу, не буду. Так, ладно. Я иметь занят, а ты есть уходи. Ничего не понимаю. Не хочу, не буду. Аж когда достанет платок, тогда сразу взять. Ничего не понимаю. Не хочу, не буду. Я имею... Ничего не понимаю. У тебя есть платок. Ну что с этим нужно делать? Чтобы он устал? Скорее тоже вариант. Но платок находится где-то возле стула. Именно вот-вот. Не там, где он сидит. А вот сзади стула. Сзади спинки. Не хочу, не буду. Ничего не понимаю. Не хочу, не буду. Ничего не понимаю. Ничего не понимаю. Не, без еды не доплыть. Уж лучше тут остаться. Без еды? Не хочу, не буду. Не хочу, не буду. Не хочу, не буду. То есть мне нужно печку врубить, да, скорее всего? Потому что там белое вроде тесто. Кто его знает? Тесто тут на мясок пирожков хватит. Уголёчки еле-еле тлеют, сюда бы горючего. А где его взять? Ничего не понимаю. Не хочу, не буду. Ничего не понимаю. Не хочу, не буду. Возвращаться опять обратно и, скорее всего, с помощью этой палки тренькать. Я хрен знает. Я вот какую-то идею хренонину, блин, выкладываю. Ничего не понимаю. А все равно не работает. Но может с помощью камней. Не хочу, не буду. Ничего не понимаю. Не хочу, не буду.
Но именно здесь что находится? Ничего. Ничего не понимаю. Не все то золото, что лежит. И надо, если он протирает очки, то скорее всего нужно, чтобы они это загрязнились. Не хочу, не буду. Ничего не понимаю. Значит, нужно там, где камень. Шапка у тебя не сгорит? Знатные пирожки получились. А ты ничего не получишь. Не очень-то и хотелось, жмот. Не буду. А откуда у него это полотно? Смотри, как жрет. Тише едешь, шире будешь. Ничего не понимаю. Тише. Звуки из червяков. Привет, рад видеть тебя. Заходи на чашку. Привет, чая. Булка. Поболтаем.
Не хочу, не буду. У нас снег давно уже растаял. Остатки остались. Не зря я в прошлом году баньку спасал. Ага. А заодно и помыться можно. Ничего не понимаю. Ох, и достанется сейчас Вобу. Металлика играет, господи. Ничего не понимаю. Не хочу, не буду. Ничего не понимаю. Вот куда нас теленок дебат. Чтоб тебе провалиться, серый разбойник. Раш, молодец. Знал бы, куда упасть, туда б соломки послать. А мужик ты наш, образованный. Ничего не понимаю. Ничего не понимаю. Что это? Это типа говно или что? А, это мешок. О, господи. Она и топор свернуть может, я ее знаю. Серьезная баба. О, ну, извините. Я только хотел сказать, что за добром следит по-хозяйски. Кого еще черти несут? Вон кого пора. Ну тут по-тихому домой пробраться. Спасибо.
И доля наша музыцкая, гребычная. Не хочу, не буду. Заработало. Вылитый Геракл. Не человек красит рога, а рога человека. Интересно, что это у них за такая деревня непонятная? А почему на меня вода не падает? Ничего не понимаю! Сейчас поймешь! Не хочу, не буду. Мысли. Ничего не понимаю. Не хочу, не буду. Ничего не понимаю. У меня была другая идея, то что он возьмет скакалку и будет начинать там бить, чтобы зеленая появилась, а у него вот какой подход. Не хочу, не буду. Ничего не понимаю. Музыки, соблюдайте технику безопасности при проведении горных работ. Ну вот опять его понесло, оратор. Я же сам лестницу из погреба убрал. Вот так. А всего же не предусмотришь. Я же сам лестницу из погреба убрал. Вот так. Не хочу, не буду. Надо было залезть, на бочку нажать, а потом на дверь. Пипец. А почему она это? Заскриптованная. Это не настоящая. Господи, ну и наркомания. И все?
ролик посмотрим.